Если добавим зайду, что я что-то кал. И ты не поставил, что мне не это прошить дизель. Да. А. Понимаю. Нихера настроить там нельзя. Да не, ну я вот без этой всей залупы играю. У меня только вуду. Все, ну, тоже все хорошо. Все дело в реакции. Ну типа ДБМ предупреждает иногда. ДБМ он хорош тем, что ты действительно заранее знаешь. Но без ДБМа, чтобы сыграть и не вайпнуться, нужно просто ждать. Постоянно быть готовым выбежать. Это не сложно. Ну это да. Просто вы вот когда вот вы идете в РБК, допустим, вы там ну расслабляетесь, нихуя не ждете. Просто нажимаете 1-2-1-2 и все. Я бы не сказал, смотри, какой РБК. Если прям заряженной пачкой, то может быть и расслабляемся. Но когда там танк 226, а ты 240, хуй ты там расслабишься. Ну да, наверное. Просто убить с первого трая, это нужно сконцентрироваться и сделать все нормально. Нужно познать эту энергию. Позайцы. Дзен познать. Ну, или дзен, не знаю. Там. И видео на ютубе посмотреть надо. Помедитировать, блядь. Ебать. Прошел сюжетку Гатахи и все, и заходить неохота в игру. ТРДР не играл в этот, я что-то спрашивал. Как-то раз забыл. Да, что-то запускал, блядь. Немножко попроходил там миссии эти, блядь. Да что-то там начало не очень, дальше охуенно. Прям попробую. Что? Которую часть? Второй РДР. А, что? Да, в принципе, начало хуй. Да, дальше заебись. Давай кин. Где Синтек? Синтек 20 минут говорил, 20-30 сегодня будет. Сами собаку полюши, ты пусти 30 минут. Поздаю 15-20 минут, пишет. Стол поставил. Войд, сопротик можно будет? Да, сейчас. О, этот саппорт надо Войду обмен кидать. Не-не-не-не-не, я на ЕП. А... У меня есть. Так, призм и этого хаташи. Блять, Синтека ждать или трайни без него? Да давай трайни, мы что, все равно ждем. Уже давай, у престов, у кого из вас в пятой пачке есть шипы?
Сильного ни у кого. Ты слабенький. Бидон, тут, короче, такая хуйня. Короче, тут сначала вешается два вида меток, фиолетовые и зеленые. Вот, на кого фиолетовые повешались, им надо постоянно двигаться. Либо бегать, либо прыгать. Если они будут стоять на месте, на них копятся стаки, и на третьем стаке дается стан на 5 секунд. На зеленых все с точностью да наоборот. Им нужно стоять, и если они будут бегать, то на них копятся стаки, и если они 3 стака накопят, то они словят дезориентацию, как вот рога ослепления кидает. Такую хуйню на 5 секунд. Вот. Фишка в том, что если метка фиолетовая получит зеленый урон или зеленая фиолетовый, то этот человек получит дебаф конфликт стихий. Этот дебаф бьет по 5000 каждую секунду в течение 5 секунд. То есть 25000 за 5 секунд по всему рейду. Вот эта хуйня будет вайпать рейд. Вот. Ну и дальше. Значит, важная особенность, что остальные три способности. Ну, первая там легкая. Вокруг пульсация такая, кольцо. Появляется, исчезает, появляется, исчезает. Это по 500 урона наносится. Вокруг там на 8 метров. Эта хуйня захиливается. Вот, но самое важное, что этот урон, если ты с противоположной меткой сбежишься и 500 урона хотя бы ему нанесешь, то конфликт словишь. Вот, эта хуйня прохиливается, это похуй. И остальные две хуйни, это гейзер, в которой появляется кольцо, оно не мигает, ничего, оно просто появляется под игроком. И через 3 секунды взрывается гейзер. Вот этот гейзер по умолчанию наносит 15000 урона. Но если на человеке есть стаки, то есть если, скажем, на фиолетовом стаке, если он постоял там 2 секунды, то урона он уже получит больше, в зависимости от того, сколько стаков. Плюс, если друг в друге два кольца стоят, то есть два кольца друг на друге лежат, то уже это 30000 урона. Вот с этой хуйни можно выбежать. Там всего лишь 8 метров. Но выбегать надо очень быстро. То есть не еблани, не знаю, надо постоянно, ну, смотреть. Вот. И третья хуйня — это метка. Фиолетовая, либо зеленая над головой. Галочка такая. Вот. Она висит там 8 секунд или 10 и взрывается на 70000 урона. Если в радиусе 8 метров были люди, то между ними делится этот урон и под ними появляется лужа. Ну, с лужи просто выйти надо, а урон 70000, ну, на 3 человека делится еще более-менее. Вот, если это маг, то он глыбой спасается, паладин баблом. Вот, ну, соответственно, если хил, то только сбежаться с кем-то. Ну, и с лужи потом выйти надо. Ну, и четвертая, самая неприятная хуйня – это лучи. На полу появляются лучи. Сначала появляется, окрашивается полоской то место, где пройдет луч. И сначала вы встаете на пустой пол. Вот какой сейчас вот есть. И потом, когда эта хуйня пройдет, сразу перепрыгивайте туда, где прошла эта хуйня. Ну, то есть, вот эта вот многоцветная параша, типа блевотина, блядь. Вот, и пройдет второй луч, и все. Дальше опять бить. Все, на собаке больше нихуя нет. Ну, единственное, что для миликов, круг белый такой. То есть, когда она кастует этот круг, так же от нее отбежать надо, как и на первом боссе. И этот сало кидает. Ну, сало там каст очень быстрый. Поэтому там, ну, я не знаю, таймер какой есть, нет. Вот это надо все, блядь, таймеры включать, засекать все это время. Либо какой-то ДБМ, блядь. Просто сало дает на то заклинание, которое я кастовал. Если стопнуть каст, то не получишь сало. Так, ну ханта что-то нету.
Он написал, что заходит. Угу. Ну, Синтек, короче, будь в сове. Она побольше ДД. Ладно, похуй. Так, а кто еще у нас будет? А, ну Хант и я будет. Вы, короче, я вот вчера был на ретрике. Я вообще проблем не видел там выбежать из гейзера. То есть, ну, блять, я просто доживаю фул. Если кому интересно, гляньте на ютубе. Ну, не убили, конечно, собаку, но там нехуй делать. Если у миликов у кого-то проблемы с этим боссом. Вы просто, чтобы выжить, располагайтесь, вот вы бьете собаку, да, и вы смотрите, где стоят другие люди. Вы примерно прикидываете на глаз, что будет кольцо. Если вы стоите в центре толпы, вот допустим, вот вы стоите возле шкафа, и вы вот тут вот стоите, прям в центре, блядь. Так вы хуй когда выбежите, блядь. Потому что вот вы начнете бежать, да, вот здесь. А здесь вы взорветесь, нахуй. Потому что будут кольца от крайних людей здесь. Поэтому прыгайте на краю толпы. Вот здесь примерно прыгайте. Потому что будет кольцо на вас. А на людях будет кольцо. Они будут, ну, здесь как бы там, либо в свои стороны будут выбегать, либо блинковаться, либо еще что. Хуй знает. Вы же не отслеживаете, какие у кого там способности. И просто вот здесь у вас выбежать вот так вот. Расстояния хватает. Все, пиздец. Это выбегаешь секунду, и еще секунда, чтобы среагировать. Еще секунда в запасе, блядь. Секунда — это уже пинг и прочая хуйня. Вам никто говорить не будет, что вот заранее там выбегать или выбегаете, блядь. Пока я это скажу, уже 1.5 секунды пройдет. Потому что и задержка есть. То есть выбегание из колец — это зависит только от вас. Поэтому... прыгайте и располагайте, вот бегайте так, чтобы выбегать вам было не через людей, а выбегать было секунды, и все, ты за 15 метров уже стоишь, прыгаешь, блядь, и смотришь, как все не вайпаются, и мы убиваем босса. РДД та же хуйня. Вы встаете на РНЖ так, чтобы вы заранее видели, где вам есть отбежать место. Если какая-то проблема будет с расстановкой, если вот вы бежите и вам прям некуда, и у вас вокруг кольца, блядь, сука, лучше не бейте. Лучше встаньте где-то, блядь. Вот встаньте вот тут вот, блядь, в углу, нахуй. Просто постойте и посмотрите, блядь. Хилам там делать нехуй, кроме хэпала и... ну, ДЦшника, наверное. Так, уже ближе к концу боя они только подключаются. Что там, Хан зайдет, нет? Дай сейчас, пожалуйста. Для Песа, можешь сокеты переставить? Песа, что типа я вот смотрю? Сокеты на плюс 15 сил и 15 скорости. Ужас, ужас. Так, если кто-то там не понимает, как выбегать, короче, вот вам звездочка для РДД, это для лучей, если кто-то вдруг тупит. На рарнике будет кружок, как с лучей выпрыгивать, смотрите на них. Да, давай обмен. Там на будущее качайте алхимию все. Охуенная профа экономить.
Вместо часа у вас 2 часа будут фласки висеть. Ну это еще 60 надо этих баджиков зафармить, чтобы рецепт был. Ну, хули поделать. Интересно, почему с сапротом не так? Почему с сапротом час? Рецепт выучи будет. Рецепт выучи. А. Ебаный рот. Поставим рыбу. Ешьте. Короче, тот раз говорил там. Центральную позицию на решетке оставьте на вену, бисеру там, остальные там как можно дальше от босса. И отбегать старайтесь, если вот РДД стоящий ближе к двери, к двери отбегать, если от гейзера. РДД к той стене, вот как Вадикон стоит к стене, не к нам, не к миликам, блять, не к боссу, потому что вы словите конфликт и пизда будет. РДД стоящий дальше, там за решеткой, вот за жопой босса, где там, туда, в ту сторону. То есть я поведу вот отсюда, где кружок стоит, и буду по стене прыгать. Я нихуя видеть не буду, все вообще от вас зависит. То есть слушай, как вы бисер там... милик? Нет. Нахуя тебе быть миликом? Не, я спросил, я не услышал просто. В принципе, можешь быть миликом. Давай, короче... Давай. Этот синтек ты в сове. Все это самое. Ты, короче, будешь миликом и я. Вот первая, вторая пати это у нас милики. Вот. Первая, вторая пати со стороны кружка начинаем. Вот на эту сторону перейдите. И бисер, и войд. Остальные 13 человек с той стороны начинают. Вроде как 12-13 делится. Так, все, проверка. Да я чё тут? 5, 4, 3, 2, 1. Геру там давайте, кстати говоря. Вон удар, милики, отбегаем. Вот смотри, вот 5 хилов сдохло. Эх, эти ваши гейзеры. Скоро обстрел будет, готовимся. Вот обстрел. Нихуя сложного нету в боссе. Вообще нихуя. То, что вы вздыхаете, это пиздец. Все хилы сдохли, да? Да, есть. Ну там один хил остался. Пол один, который. Ну, для первого трая прям супер. Да, это вся проблема, вот даже до этого момента все, блядь. Я не знаю, бейте нахуй, чё вы, блядь, расслабились. Да, уже... Вот бейте до конца, 20 вот лямов, чё? Вот чё вы не выбежали нахуй? Чё за проблема? Шо вы смирились? Две метки. Потому что уже... Вот вы мне объясните, нахуй, как вы сдохли, хилы? РДД, как вы сдохли? Чё, случа выбежать сложно? Вот, случа выбежать несложно. На чём сдохли вы? Дурацкий гейзер.
Я еще раз объясняю, блядь. Если вы хотите убить босса, встаньте, блядь, и смотрите за собой, нахуй. Нажимайте кнопки не так, что вы должны миллиард ДПС дать, нахуй. С вас никто не требует тут дать ДПС, нахуй. Смотрите за своей ебучей позицией. Если вы не можете смотреть, ну, вас придется сейчас расставлять, нахуй. Если вы сами не можете расставиться. Если вы хуёво сейчас стоите, и вы, вам некуда выбежать, и вы дохнете. Если так по КД будет, мы никогда этого босса не убьем. Надо хотя бы, чтобы все пережили первый обстрел, второй обстрел, блядь. Хуй с ним там 2-3 человека упадут, нахуй. Ну не по 5 же человек, нахуй. Чё за сложность у вас? Вы объясняете, блядь. Потому что, нахуй, ни обратной связи никакой, нихуя нет. Как вы дохнете? Вы вообще сами понимаете, блядь? Хилы, РДД, вы сами-то понимаете или нет? Я-то понял, как сказал. Там нихуя сложного нету. Единственный напряг, нахуй, это здесь фиолетовые метки. Вот я стою, прыгаю по КД, блядь. Я в стене стою, чтобы не этот, как он называется, от луча не отбегать. И чтобы миликам больше места было, и вам, блядь, больше места было. Я могу стоять смотреть на вас, на всех, но я просто буду то же самое видеть, что и если бы я не видел, блядь. Так же вы будете, блядь, падать. Или вы думаете, лучше будете играть? Ставлю рыбу. Еще раз. Вот, Бидон не понял, как помер. Давай я посмотрю детали смерти и тебе объясню. Так, смотрим. Активация 300. Активация, так. Так, так, так. Активация скер, но это АОЕшный урон. Так, а чего, где ты сдох там? Вспышка скверны, это гейзер называется. Вот. Там 2 урона по 15 тысяч. Это означает, ты в двух кольцах находился. Бидон, ты слушал, когда я рассказывал, блядь, тактику? Ну. 3 секунды, блядь, появляется кольцо, которое не пульсирует, а оно стоит, блядь, лежит, нахуй, на полу. С него надо выбежать. Если ты за 3 секунды это не успеешь сделать, оно взорвется. Зеленая хуйня вокруг тебя. Блять, ну если на тебе. Если метка зеленая на тебе, то цвет зеленый, блять. Если фиолетовый, то цвет фиолетовый, блять. Если вы думаете, блять, тут можно стоять чилить, блять, как в РБК, нахуй. И нихуя не делать. То нихуя. Соберитесь, блять, на одного босса. Не побейте лучше и посмотрите, как выбегать, нахуй. Может быть, вы научитесь за пару траев. Бидон, когда метки будут, главное дело, чтобы каждой метки сбежались минимум 3 человека, чтобы поделить урон. Если вы 2 метки сбегаются в одно, это ваншот. Вот то, что вы сделали. Вы 2 метки взяли, соединили их и умерли. Да, метки, которые галочки над головой, их соединять не надо, нахуй. В одну метку надо 3 человека минимум сбежаться, а не метки соединять. Ладно, это потом уже, нахуй, сейчас сами думайте. Ну, так Иса не отбежал, нахуй, на простой хуйне. Бидон опять гейзер, да? Угу.
Лужа не простит. Гейзеры. Милики, смотрите, там куски мяса на полу кое-где валяются. Так что об них не споткнитесь, когда будете выбегать там внимательно. Все, продолжайте в том же духе. Вот сейчас обстрел лучи. Выживите на лучах. И конфликт не словите. Кто пословил конфликт, сразу сдох. Осталось 10 лямов добить. Все живые, просто так же играйте. Визер. Молодцы. Конфликт. Инра, дайте по хилам. Только 2 хила осталось. Твою бать, она уже хуярит. Надо было прожаться, бабл. Добивайте лям нахуй. Это поезда, поезда. Добивайте, кто там живые, блядь. Имя имен, Вихторка, Вадикон, давайте, блядь. Мы верим, лям. Не бегайте, не бегайте. Главное выбежать с этих... с гейзеров сейчас будет. Нихуя себе. Себе, да? Ура, наши победили! Че выпало? Нихуя сложного, как говорится. Пояс? Пояс есть? Пояс? Пояс? Так, что тут у нас? Ткань, тапки, крит хостовые, крит исцеления. Ботиночки? Три пары ботинок, что? Я по одному смотрю, там, смотрите, вот это сейчас крит исцеления. Хорошие что? Ботинки, наверное, да, нам. Три пары, сука. Так, тонус из РДД. Блядь, сейчас я сразу другие гляну, какие там, блядь, выпали. А что за чарка на ботинках, блядь? Так, это латы. Блок щитом, нихуя про товары, блядь. Что, крита? Протопал. Второе на базовое значение маны, блядь. А. Стой. Две тканевых. Ну, восстанавливает ману в 5% от базового значения. Надо. Да, можно? Так, короче, сначала на 4% крита. Значит, сотку нажимают у нас кто? Вихторка. Имя имен у них Зуламана. У два носка с меткостью, с критом. У бисера, ну это хил. Вот хилу, скорее всего, с маной надо будет, дсшнику. Да. У пэса крит дух вообще. Не люблю щиты, тоже хил. Так, ну вот это вот с 4% крита надо какому-то ДД закинуть. Да-да-да. Ну давайте, кто там, два лока, маг рольте. ИПС.
Так, Химиса получается. А ты вообще не нажимал Химиса? Точно тебе надо это? У тебя перекап меткости? Нет, да. Давным-давно у меня перекап. Так, теперь тапки для хила. Ну это я думаю, кому? Кто там? Бисер? Не люблю щиты. А, Бисер, ты же сегодня, да, спрашивал, помогут ли тапки упасть? Вот тебе, пожалуйста. Здравствуйте, это я. Так, ну, наверное, лучше Бисеру закину, потому что вы пореже играете, потом еще залутаете. Ну и тапки на протовара. Кто у нас там малифицист протовар, да? Тебе надо такие или у тебя есть? Ну да, я возьму у себя, если дадите. Ну я даю в основном, кто в первую очередь танк. По 4200 херачил вот этот вспышки. Это что у нас, значит, Мишка, на ханта тоже можно. Синтека вроде есть эта хуйня, да? Так, ну ханту тогда, ну там вообще залупа какая-то. Ну и Пет, короче, на шару кину, тут ролл кидается. Скажу, кто больше ролл. Он... История, блядь, 98. А чё? Куда я нажал? История, что звука получил? Ну, там, когда вот это окошко нажимаешь, там... Типа все автоматически роллят. Да, там автоматический ролл, и ИП, и все показывают. А, ну, вот типа, да. Типа, как бы... Я сейчас его разролю. Есть же этот... Ну, хочешь, разраливаю. Похуй вообще. Если кому-то этот пет надо, мне вообще похуй. На петах, на маунтах. Ну, у меня уже есть такой, так что... Сейчас я... Меня выкинуло почему-то. Свалился, да? Ты просто петы не хочешь. Давай. Ну, этого босса вы более-менее знаете, я думаю. Только вот дополнительный... Ой, такой же, как третий. Синтековый рудру? Бидон не знает. Бидон не знает. Я пока отойду, пока объясняете. На 2 минуты. Да, надо будет Вердру. Вердру здесь очень сильно решает. Ну давай, Синтек шестым попробуешь. Те два энха пускай побьют. И заебись ДПС дают. Плюс ко всему, вот то, что вы энхами бьете, вы на этом дыхании давайте там 3 цепухи через себя покастуйте. Все-таки 3 человека подзахилите. У вас даже там моментально какой-то прок, да, есть? Я просто за энха не шарю. Ну, типа, как у Ретрика есть какая-то хуйня там. Он рольте разбойника в истории. Так что вот, на собаке реально все от каждого зависит. Сыграли хорошо, убили, заебись. Ну как хорошо, почти все трупы. Ну, дожили, заебись. Ну сколько мы? Со второго, третьего трая убили? Со второго. Жестко. Да заебало, наверное, уходить собаки людей. Стали играть. А то, что там 1-2 упадут, это не страшно. Кажется, ДПС просто больше. Ну и да, ДПС. ДПС хороший. Песа, блин, ну реально. Камни переставь. После рейда. Ну, переставят, я вам уже сказал. Чё, не видимо, я как понимал, по ошибке я захерачил. Да. На стене то купил. А там чё, не он? Сила заклинания, а у него просто сила. Шмотки. А в какой шмотке? Перчатки. Перчатки в шее, в запах.
А, нихуя прикол. Хорош. У вас голова, блядь, на ПВП не скучает, да? Ну-ка. Чего? Да, я про это ему тоже сказал. Станьте человеком. А чё, он может переодел её? Нет, там нет. Нет, расстрел. Ты ж спрашивал, у тебя труба есть, ёбаный ты рот. А труба есть? Торс такой же. Труба же будет лучше в разы, я думаю. Ну чё там? Да, по-моему, труба помойка, нет? Где вы все там? ПС, это тут? Давайте уже ебашить надо. ПС только нету. Ладно, похуй на ПС, давайте будем начинать. Все знаете, да, на дыхании там, блядь. И после 50%, когда фаза будет. С черного пола выбегать. Вот РДДшники, вот на водикон ориентируйтесь. Милики на кружок. Сферы милики заливайте в конце, чтобы, ну, возле босса, которые... РДД просто от них отходить. Вот, и на решетке, когда проклятия будут вешаться на рейд, на решетке их не оставлять. И милики тоже выбегайте из-под босса, чтобы не вайпнулись там. Давайте. Блять, прыгаю по привычке с собаки нахуй. Дыхание скоро будет, готовим сейвы свои, готовим. Следующее дыхание скоро, готовим прохиливаться. Вот прохиливаемся. Ложный выпад там нажимаем. Он мобы сейчас из портала, 4 моба пойдут в дальнюю цель. Они будут взрываться об тебя и лужу оставлять. Просто отходи с лужи и все. До кого они там идут. Фаза пошла, давайте готовимся. Вот сферы одну возле босса залейте. Проклятие с решетки вышли, белики вышли. Ну, на ком проклятие, не все. Вот, остались бублики. Возле бубликов недалеко сразу стоим. Милики, тут сфер много. Давайте Геру. А, вот уже Гера есть. Скоро будет погружение. Проклятие вынесите, вынесите проклятие. С бубликов вышли. Бисер на хп дай. С бубликов вышли. Не успеет. Да. Геншин на хп, Геншин на хп. Не успеет, да. Даю незыбку, короче. Это что, это порезали? ДГшку? Не знаю. Нет, это просто мы доможить начали. Это просто урон. Просто урон хороший, да. Ну, урон у рейда 280. Это не самый, типа, охуенный урон. Но этого урона хватает. Чтобы вот так быстро залить. Так, что у нас тут выпало? Латы. О, на холи пал. На холи пал. Ой, бля, рот ебал нахуй. Кожа. Да, эстер друида. Родство с природой, нихуя себе. Две классовые чарки, это ж просто охуеть. Хорошо. Ай, давай НГЦ. Угу, за ней охотился. Так, жезл. Смотрю, у кого чё. Ну, у вас... у кого с ЦЛК... А, подожди, это не с ЦЛК. Не, а да, у кого прям хуёвые, если... Там, не знаю, Геншин вроде. Чекни что-то. Вот, я не люблю щиты 251-е. Вон, 251-й там. Там разницы вообще никакой. Между 271 и 264. Давай, не люблю щиты, закину.
Так. Плечо с пробиванием брони получается. И шанс нанести критический урон. Кому надо. Вот, вот эти 2%, они добавляют ровно 2% в процентах, либо 2% от твоего значения критического урона. Шанс это процент. Шанс это процент. Вот как рейтинг критического урона, это и есть процент. Святос нажимает Давакин. Блять, кому с вас отдать тогда? Святос, Синтек. Ну я по консулу даю тут без ГП. Давакин, Святос. Синтек, тебе надо эту хуйню? Да, Синтек, это зачем? Блять, короче, Святосу закину, там смотрите сами. Кому нужнее? Так, на эрдрушника это у нас Синтек. У тебя есть такая Синтек или нету? Такая третий раз уже падает. Да? Угу. Ну и это нахыпало. Чё там хоть как-то звучит эта хуйня? Критический урон вспышки света. А, щиток создает, да?